Это демократический процесс, который не помешает играм. Мы видим большое единство в пользу Олимпийских игр в Париже в 2024 году. И вы можете почувствовать энтузиазм, который здесь очевиден. Франция привыкла проводить выборы, она сделает это еще раз. Будет новое правительство, и все поддержат Олимпиаду. Конечно, сегодня мы полны решимости, мы находимся на заключительной стадии, всего через несколько недель начнутся мероприятия. Основные решения уже приняты, мы приступаем к оперативной фазе принятия каждого решения. Мы работаем со всеми вовлеченными игроками, мы более решительны, чем когда-либо. Роспуск парламента так близко к Олимпиаде – это еще один госпереворот. Мне трудно это понять. Политические потрясения во Франции не повлияют на подготовку к Олимпийским играм, заявили 10 июня президент МОК Томас Бах и организаторы Парижских игр 2024 года после того, как президент Эммануэль Макрон шокировал Францию своим призывом к новым парламентским выборам. Лидер страны назначил досрочные выборы, чтобы попытаться восстановить свою власть после того, как крайнее правое национальное объединение разгромило его партию на выборах в Европейский парламент. Голосование пройдет 30 июня и 7 июля, причем последнее состоится менее чем за 3 недели до начала Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Глава МОК Томас Бах полагает, что выборы не повлияют на ход спортивных соревнований. Однако мэр Парижа Ан Идальго, член социалистической партии, высказалась более критично. Она сказала, что ей трудно понять, почему Макрон решил ввергнуть страну в политическую неопределенность так близко к играм. Руководитель Олимпиады 2024 в Париже Тони Эстан заявил, что его команда полна решимости, чтобы добиться успеха соревнований.